Ես ես մեկ բանախոսեմ ունենալու եթերում, հիմա փորձեմ ճշտել արդյոք մեր գործընկեր, իմ գործընկեր Կիրիլ Կրիվաշևը արդեն կապ է հաստատել եւ ես կարող եմ զրուցել նրա հետ։ Այո, այժմ զրուցելու կապ եմ հաստատել Ռուսաստանի Դաշնություն, զրուցելու եմ Կոմերսանտի թղթակից Կիրիլ Կրիվաշևի հետ։ Կիրիլ, большое спасибо, что присоединились к нам в столь поздний час. Я не знаю, знаете ли вы о сегодняшнем интервью Никола Пашиняна, но в ходе этого интервью он сделал несколько замечаний, также связанных с Россией. Прежде всего, Пашинян заявил, что российская сторона приняла посредничество, по сути дела, Запада. Речь идет о договоренности, достигнутой в ходе пражской встречи, по итогам которой между Пашиняном и Алиевым было принято решение о взаимном признании территориальной целостности двух стран на основе алма-атинских деклараций. Пашинян отметил, что если это положение зафиксировано и в итоговом сочинском заявлении, то Путин не против этого. Действительно ли Путин не против такого решения или у него нет сейчас альтернативы вообще? Ну, я следил за отрывками из этого интервью, как и про пашиняновских, так и антипашиняновских каналах, пытался ловить какие-то цитаты, и частично я замечал там как бы разумные мысли, а иногда это были, ну, откровенно говоря, фантазии, явно что-то крайне нереализуемое. В частности, вот если говорить о России, то действительно я вижу, что как будто бы Никол Пашинян перекладывает на Россию ответственность, что не вполне верно. Если он как бы говорит, что пусть Россия скажет, что вот пусть Россия выступит за свой формат регулирования, мы на него согласны, а почему Россия ничего не скажет на этот счет, то надо мне здесь отметить, что мнение России здесь не является решающим, я это, кажется, в вашей программе не раз говорил, решающим является мнение противоположной стороны конфликта. Если они не согласятся на подобный вариант, то как бы Россия может просить о чем угодно. Опять же, я хочу бессрочно продлить мандат российских миротворцев, я буду этого добиваться всеми возможными способами. Пусть Россия скажет. Россия может сказать все, что угодно, но это не случится по воле России. И здесь, если действительно перекладывать ответственность на Владимира Путина, что он упомянул в сочинской декларации, алма-атинскую декларацию, то, извините, это просто перекрестное такое вот признание документов, насколько я помню, в вашингтонской встрече министров, да, иностранных дел. Вроде бы сейчас в Вашингтоне не очень ценят российскую дипломатию, однако сочинскую встречу тоже упоминали в документе, где вот, который был заключен при посредничестве Антони Блинкена. Все встречи, они одна переходит в другую, и все тезисы, которые приняты на одной встрече, так или иначе признаются далее, как форматы регулирования. И да, как бы, если Алма-Атинскую декларацию упомянули в Сочи, это не значит, что Россия отказывается от своего варианта, просто ну, практика складывается так, обстоятельства складываются так, что действительно Баку настаивает на западном, и Москва не может здесь ничего противопоставить. Ну почему Баку настаивает на западном? Потому что с точки зрения западного варианта, Карабах, насколько я понимаю, признается частью Азербайджана немедленно и без каких-либо дополнительных условий, на которых хотелось бы видеть Москве, да. Москва хотела бы как бы оставаться в регионе подольше любой ценой и в виде миротворцев, и в виде регулирования границы, всего прочего, контролировать там будущие границы, будущие коридоры, но Баку этого не очень хочет. И, пожалуйста, что угодно, но здесь нужно договариваться с противоположной стороной конфликта. Апелляции к Москве, либо к Франции, либо к Ирану. Ну, к сожалению, не помогут. Я вынужден просто вот об этом сообщить. Ну, армянская сторона, Никол Пашинян говорит, что в любом соглашении должна быть гарантирующая сторона, которая будет гарантировать исполнение тех или иных договоренностей. Вот в нотках у Никола Пашиняна понятно, что этой гарантии Армения от России не получает сейчас. Хотя бы в контексте ноябрьских соглашений от 9 ноября. В этом ли проблема, что армянская сторона тоже пытается
идти по западному пути урегулирования? Или здесь другие игры, которые связаны с другими акторами? Ну, по-моему, армянская сторона пытается положиться на кого угодно, но она как бы ждет, она ждет от посредника большего, чем он может дать. Но в самом деле здесь Баку, с точки зрения международного права, но он находится в более сильной позиции, потому что, как бы они говорят, вы не вывели, да, вы не разоружили, там, можно сказать, каких-то людей на нашей территории. Как бы вы не признали официально Карабах частью Азербайджана, или там признали, но недостаточно, там, но не сделали из этого каких-то следующих фактических шагов. Все остальное, как бы апелляция к Москве, ну, я не понимаю, к чему это может привести. И в частности, вот особенно мне как-то смутил меня тезис о Совбезе ООН, что якобы в Совбезе ООН можно будет отстоять право армян на защиту, что доказать, что армянам угрожает экзистенциальные риски, да, насколько я понял из интервью. Mm-hmm. И в таком случае Садон ведет неких международных миротворцев в регион, и они будут как бы вместо россиян и на долгий срок. Это нереализуемый сценарий, но надо это признать, что это как бы это такой вот масштабный план в голове, но на практике его реализовать не получится. И если Никол Пашинян, как я понял, извинился за какие-то свои действия 2018 года, что он тогда не так оценивал ситуацию или не так народу преподносил ситуацию, какая она есть, то вот сейчас, рассказывая о своих планах о Совбезе ООН, мне кажется, тоже ситуация преподносится не так, как она есть. Ситуация, к сожалению, такова, что действительно Армения не может положиться на кого-либо, Армения не может уйти от того формата урегулирования, который есть, она не может переломить ситуацию с присутствием российских миротворцев и кроме действительно болезненных, действительно тяжелых уступок Азербайджану, здесь плана, к сожалению, нету. Но вот сейчас как бы мы играем картами, которые есть у нас в руках. У нас нет в руках других карт. И вытащить их неоткуда. Кирилл, мой следующий вопрос относится к ОДКБ. Вы знаете, что в конце этого месяца в Ереване состоится саммит ОДКБ. В этом контексте, конечно, Пашинян сказал, что это важно для вот, Алма-Атинские соглашения, на которых основываются и сочинские заявления, и заявления уже в Вашингтоне. Это очень важно для связи с ОДКБ, потому что если мы опираемся на Алма-Атинские соглашения, резолюцию Алма-Атинскую, тогда страны-участники ОДКБ, союзники Армении, уже ясно понимают и знают, где находятся армяно-азербайджанские границы. И, может, это, в конце-то концов, поможет нашим союзникам прийти и посмотреть на реальные границы армяно-азербайджанские и как-то помочь Армении. Реализуемо ли это, или мы должны смотреть это в контексте того, что Армения в любом случае не самый лучший союзник для членов стран ОДКБ вообще? Ну, по-моему, да, действительно, как бы Альбанка весьма ярко выразил отношение ОДКБ к армянскому конфликту. Вот, оно тоже как бы неутешительное для Армении, но какое есть. Но мне кажется, что, опять же, тезис Никола Пашиняна о том, что если мы признаем границы 91 года, то все знают, где находится граница. Но он тоже несколько сомнительный, потому что, во-первых, граница все равно требует делимитации, все равно административные границы советского времени, они недостаточно четко проведены, там нужны определенные работы, это во-первых. Во-вторых, но если, как бы, я понимаю вот здесь о том, что часть Армении оккупирована, что на части Армении стоят азербайджанские войска, но ведь нельзя же отрицать, что и часть Азербайджана тоже оккупирована де-факто, потому что есть анклавы. Но вот вы ничего не сделаете с селом Керки, да, и с
селами в Газахском районе, которые граничат, да, с Тавушской, насколько я помню, областью, да, это все равно анклавы, анклавы взаимно оккупированы, да, они взаимно, конечно же, оккупированы, и Азербайджан занимает армянские анклавы, и Армения занимает азербайджанские анклавы, существовавшие в советское время. Поэтому здесь, если представлять вопрос односторонне, что только армянская территория оккупирована, но здесь надо заявить, что это не так. Это не так, потому что действительно анклавы. И на это будут упирать союзники в ЛДКБ, что мы тогда освободите вот эти территории. В любом случае это как-то... Это не односторонний процесс, здесь не получится, не получится выступить как бы самым пострадавшим. И нет, я не вижу здесь ничего сверхнового от того, что подписана Алматинская декларация. Алматинская декларация, она, да, действительно, вроде бы вызвала какое-то одобрение в Азербайджане. И теперь можно было бы подумать о том, какой следующий, может быть, символический, но все-таки шаг позволит как-то дальше размораживать этот процесс. А чтобы как бы ждать защиты от УДКБ на основании подписания документа, ну, мне это, опять же, не кажется реализуемым. Не более реализуемо, чем позвать миротворцев Совбеза ООН. И в самом конце. Есть ли впечатление, что Армения пытается исчерпать все возможные методы привлечения союзников, после чего в случае недостижения результата правомерно обратиться к другим международным партнерам? Вы, как вы думаете, Армения идет по этой дорожке? Ну, я, по-моему, международные партнеры кончатся. Ну, а каким еще можно обратиться? Ну, есть ОБСЕ, Евросоюз, Россия, Совбез ООН, да, дальше что, Иран идет? Ну, вот, мне кажется, дальше уже просто, не знаю, Индия, какие арабские страны, что здесь еще, кому здесь еще вообще можно обратиться? По-моему, здесь может ситуация снова зайти в тупик, и меня напрягает на самом деле, что не то, что я понимаю, это право, безусловно, право Армении, но Никол Пашинян так обсуждал поставки оружия из Индии, да, из других стран, что как будто бы он собирается в случае чего его применять. Но это было бы самым печальным сценарием, если бы после всего произошедшего была бы еще какая-то новая фаза, не просто обострение чего-то масштабного. Но если не будет реальных подвижек по мирному договору, то, к сожалению, нужно понимать, к сожалению, это неизбежно. Это я крайне это не поддерживаю. В любом случае, любая война ужасна, но если не будет движения в этом направлении, то она будет неизбежной. Международные партнеры кончатся, международные партнеры не будут отстаивать право Арцаха быть суверенным, быть армянским, быть под каким-то протекторатом. И я не очень верю, что получится доказать какую-то реальную угрозу геноцида в этом регионе. Ну, как бы вы собираетесь доказывать геноцид на основании заявления азербайджанских политиков или, может быть, каких-то злодеяний во время войны. Но это едва ли будет воспринято международными структурами как нечто реальное. Вернее, это как бы реальное, но недостаточное для реального вооруженного вмешательства туда, где, откровенно говоря, западные либо какие-либо еще политики не хотят просто вмешиваться. А этнические чистки, Кирилл? Да. Они считают ваш конфликт таким вот вялотекущим, несрочным и, в общем-то, чем за пределами международной повестки, да, поэтому его решают по остаточному принципу, к сожалению. Я понимаю, как это ужасно, но исходя просто из этого, нужно понимать, что на помощь действительно придут. И понимаю, что хочется сказать, что будет геноцид, но это вряд ли получится сделать. Кирилл, огромное вам спасибо за то, что в этот поздний час присоединились к нам, прокомментировали ситуацию. Я надеюсь, что у нас еще будет шанс встретиться с вами в прямом эфире. Если мы Рустад и Тогнерин, еще с ним, уж у них капе и гастатель.
Ռուսաստանի Դաշնություն Մոսկվա զրուցում էի մեր գործընկեր Կոմերսանտ թերթի թղթակից Կիրիլ Կրիվաշևի հետ.